Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот. И в Рудомолинецка есть самая последняя дальняя улица Чиз. И вот где она заканчивается, самая-самая дальняя точка. Мы никогда там не были, очень интересно. А пойдемте посмотрим. И вообще я хочу протестировать новые кроссовки. Вот. Удобно, хорошо вроде бы. Ну, сейчас пройдусь тут какое-то время и узнаю. Вот такие, ребят. Видно, не замшевые такие кроссовки. Вот я их сейчас протестирую. И узнаю. Хорошо. Добже альбо не. Все, пойдемте по Чизу прогуляемся. Вот пошли мы вечером гулять по двору. Вот на этой улице мы еще не были. Вот такой вот домик интересный. Во дворе вот такая вот красота. Здорово. Пойдемте дальше. Вот смотрите, еще большое гнездо истинное. И собралось очень много птичек. Это к дождю. Обещали дождь. Вот, смотрите. Вот такое гнездо. Только аистов что-то сегодня нет. Вон, видите, сколько птичек. Это перед дождем. Очень-очень много на небе. Вот так. Вон они садятся все. Вместе собираются на проводах, видите? Вот. Все больше и больше. Вот так. Через час обещает дождь. Ливень. Вот такие домики еще по дороге встретились нам. Вот такие. Он и Тали снимал тоже. А, и Став снимал. Смотрите быстрее. Сейчас покажу вам. Вот они. Вот они где. Почему? Гнездо пустое, они тут гуляют. Вот их два. Видите, вот второй. Вот живая природа вокруг, представляете? Была бы плохая экология, здесь бы не водились ни зайцы, не аисты. Кстати, мы еще ни разу вам не сняли ни зайца. Никакое другое животное. Здесь много. Они как-то быстро, знаете, раз, увидишь их, и они раз, сразу же и убегают, боятся. Вот такое дело. Ага, смотрите. Виталька хочет поближе подкрасться и снять. Вас их не шуми, а то испугаешь всех аистов. Вот он, хулиган. Вас. Стой и жди, жарко ему, душно. Вот они, видите,
красивый, какая птица величавая. Вот они где, почему гнездо пустое. Они тут гуляют. Ветер сильно поднялся. Сейчас дождь будет. Вот видите, можно так просто гулять и увидеть аистов. Все, пойдемте дальше. Вот, ребят, смотрите, идем дальше. Вот здесь только что построили дом. Вот он свеженький, новенький, еще никакого забора нет. Вот эта времянка натянута, видите? Вон там с той стороны уже детская площадка, батуты, спортивные там тренажеры какие-то, не знаю, видно, нет? Вот такой вот он будет. Такая территория, такой дом. Интересно. Не знаю, отсюда видно. Там просто люди с той стороны нехорошо снимать близко. Вон, видите? Там у них что-то есть уже. На веранде. И так далее. Вон во дворе такие штуки уже. Вот такой домик. Вот цветочки. Вон тарелка. Интернет. Заборчик. Вот так. Вот так. Ну все, пойдемте туда. С той стороны кто-то вышел. Не видно через решеточку, через забор. Через сетку, через это не видно хорошо. Все, пойдемте дальше. Так, шли дальше по этой улице и уперлись в самый конец. Здесь вот написано «ЧИС» перечеркнуто с той стороны. И вот мы свернули немного в лес, а тут смотрите, какие грибы. Класс! Пойдемте, подойдем. Вот, смотрите, я не знаю, какие. Виталь не знает. Опа! Вон, смотрите как. Скажите, что это за грибы? Много-много. Так, сейчас будут все спрашивать, какие шляпки и какие ножки. Сейчас я вам покажу, какие шляпки и какие ножки. Так, сейчас подойду. Так, не знаю. Давайте одну сорвем. Так, вот так. Вот смотрите. Это не ложные, по-моему. Вот какие. Вот. Ой, не знаю. Пахнет грибами, конечно же. Не знаю, что за грибы. Вот. Задаю вам вопрос. Что это за грибы, кто знает. Если это съедобные, мы вернемся и заберем их. И тут очень много их таких. Не только здесь, а там дальше. Там какой-то сухой бурелом такой. А дальше вон туда прямо, как бор сосны. Вон туда, там сосна. Здесь береза, а там сосны. Очень большая лесная территория. Здесь вот колея. А здесь заканчивается вот дорога асфальтированная. Там уже за пределы вообще вышли. Руда Малинецка. Вот ЧИС начинается. Видите? Это первая улица с этой стороны. ЧИС — это улица. Вот смотрите, как получается. А здесь вот заканчивается ЧИС. Видите, перечеркнуто. И дальше вот идет это место, где грибы. Лесная территория. А здесь последний дом в ЧИС.
Вот, смотрите. Ну, здорово у них тут сделано. Могу немножечко вам показать. Хорошо, что у меня увеличивает. Как бы территория личная, частная нельзя. Вот, смотрите, какая у них там верандочка. Так сделано в дворе. Так, там дом, гаражи. А вот здесь вот. Смотрите, классно. Ага. Вот так. Вот как. И там дальше пройти еще будет интереснее. Но я, конечно же, не пойду. Вот, Василь, пошли домой. Пошли дальше. Нельзя тут ходить. Тебе дадут штраф. Понял? Нельзя. Пошли, Василь. Пошли, золото мое. Так, вот, короче, это последний дом. В Игумене Руда Малинецкая на улице Чис. Это последняя улица. Вот такое дело. Вот, ребят, сейчас будет дождь. Уже гремит гром. Сейчас только что гремел. Интересно. Обещали уже час назад, все никак не соберется. Но мышкары уже много внизу, и птичек очень много. Так что это интересно, когда это все будет. Слышите, вот сейчас гром гремит или не слышно? Звук не очень, да, такой в этой камере, или нормальный? Я не знаю. Очень-очень чистый воздух. Вот это здорово. Это очень-очень здорово. Вот это фигурки по дороге. И они везде. Они повсюду такие вот фигурки. Крестики, фигурки. Знаете, да? Вот оттуда мы пришли. А здесь второй дом. Вот такой. Здесь второй дом. Ой, там тоже. Вон бассейн, лавочки, стульчики, прыгалка. Вон, если вам не видно, давайте покажу. Вот видите, такая штука во дворе, потом вот такие, потом там качелька дальше, вон качелька такая же, как у нас во дворе. Так, потом вон бассейн детский, маленький, вон, видите, вот бассейн детский. Вот стульчики отдыхать. А вон там еще столик со стульчиками. Ну, что-то у меня все расплывается, не пойму. Такая территория. А здесь цветник. Здесь дерево. Ну, то есть у них на территории отдых и релакс. В основном. Все, пойдемте дальше. Вот, ребят, теперь мы знаем, где кончается Чис. И вы знаете, с вами был Чешир. Оставайтесь с нами, смотрите наши видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик. Обязательно будьте с нами. У нас будет очень много интересного. Такого, какого ни у кого нет. И мы расскажем то, что другие не расскажут. Только никому не говорите. Все, ребята, с вами был Чешир. Пока-пока.